более миролюбивого народа нет, в принципе. Только татарики и украинцы. Может быть, португальцы, если я их напою. Может быть. Туркмены, когда нанюхаются. Ну, вообще, честно говоря, более позитив, ну, позитив, отвратительное слово, более пацифистского, более доброжелательного людей, народа, чем украинцы, нет в природе. Кто это сделал? Это фашистский какой-то депутат по уколам, как его зовут-то? Хотя я не уверен, что и он виноват. Вдруг про него, на него возводят напраслину. Кто это делает? Уголовники, сбежавшие из тюрем, какая-то плесень, которая стреляет людей. Им интересно это все. Им интересна эта история про убийство, история про унижение людей. Все понимают про себя нонсенс. Россия, Украина враги. Ну что это за... Что? Ну как, кому это может прийти в голову? Россия, Украина воюющие. Это больше нонсенс, чем Анжелику Агурбаш, хорошая певица.